Всем привет! Вот у нас такая баранина на косточке. Будем сейчас это все обрезать и пробовать сделать с баранины бастурму. Делал со свинины, с говядины, с курицы, с индюка, с козлятины, а вот с баранины не делал. Сейчас будем пробовать, должно тоже хорошо получиться. Вырезали вот таких вот два кусочка. Целый кусок был, забыл сказать, кило 200, этот грамм 200, этот грамм 300. Насыпали крупную соль в лоток и будем укладывать вот так и сверху пересыпем. И накроем крышкой, и будет у нас оно стоять в холодильнике. Прошли у нас сутки, вот так вот мясо пустило сок, переворачиваем его на другую сторону, и еще можно совсем чуть-чуть сахара добавить, но обычно сахар добавляется, когда на кости солится, ну так тоже не помешает, и будет еще у нас замачиваться сутки, ну максимум двое, и потом дальше будем готовить. Прошло трое суток. Вот наша баранина так вымочилась, уже твердая. Вот такие куски маленькие, можно и двое суток засаливать. И жидкость я не сливал, если большие куски, то можно добавлять соль, либо сливать жидкость и заново засыпать. Здесь куски небольшие, сейчас мы их будем вымачивать в воде. Вымачивать в воде будем минут 30-40. Кто будет, любит менее соленую, то можно и час-два вымачивать. Но такие небольшие куски, я думаю, полчаса хватит. Будем потом дальше готовить. Прошло полчаса. Достаем наше мясо и кладем на бумажное полотенце. Будем его промакивать, чтобы лишняя влага ушла. Она не была такое мокрая. Нам понадобится куркума, перец, паприка, мускатный орех, имбирь, пожитник, она же шамбала, такая трава, и перец душистый, черный. Будем, мяса у нас не очень много, будем брать по чайной ложке всего. Перемешали наши специи, берем мясо. И вот так вот его обкатываем в специях полностью. Можно, конечно, готовить жидкую такую намазку, смешивать с теплой водой, либо с вином и обмазывать. Но на это надо больше времени. А принцип один и тот же, поэтому делаем так. Вот оно уже все в специях. Сейчас сделаем второй кусочек. Вот лишнее у нас осталось. Это мы используем на следующий раз, на следующую бастурму. Вот так вот оно выглядит. Будем заворачивать его так вот. И с другой стороны. И класть в холодильник. Ну, либо в какое-то прохладное место. Вот так вот. Будет оно у нас так в специях лежать примерно 10 дней. Если большие куски, то можно на 2 недели их класть. Ребятки, прошло 5 дней. Вот было в этой бумаге завернуто. Грязная она уже такая, чуть влажная. Мы ее выкинем. Завернем в сухие салфетки. Лежала у нас в холодильнике, и периодически, чтобы дышала, так вот лежала сутки, на следующий день я так переворачивал. Вот сейчас мы завернем и положим на батарею. В специях она уже пропиталась, и будет она быстрее подсыхать, и через пару дней тоже на батарею будем переворачивать.
И через 2 дня, я думаю, будет уже готово, можно будет пробовать. Полежала у нас сутки на батарею. Батарея была теплая. Так лежала, а потом на другую сторону. Сейчас уже она подсохла. Будем разрезать. Резать тоненько. Вот такая вот у нас получилась бастурма. Сейчас еще второй кусочек нарежем. Пробуйте. Вкусно к пиву, к вину.